Всем привет, меня зовут Дарина. Сегодня я покажу вам свой самый-самый любимый книжный магазин на планете Земля. Открыла я его в 2015 году, когда первый раз посетила Хельсинки. И теперь в свой каждый короткий приезд туда я обязательно посещаю этот магазин и никогда не ухожу с пустыми руками. Пару слов об ассортименте. Конечно, большую часть книг там занимает литература на финском языке, оно и понятно, но, как я уже сказала, пустыми руками я оттуда никогда не ухожу, а все потому, что и на английском там полно шикарных, интересных и довольно известных книг. И, к слову, в свою последнюю недавнюю поездку туда, в январе, я даже наткнулась на две полки с русскими книгами. Это, конечно, немного, но в свои предыдущие посещения я их там вообще не видела и не натыкалась на такую литературу. Этот магазин двухэтажный, так что даже просто походить, побродить по нему интересно. По крайней мере, мне, я всегда так делаю. И для тех, кто знает финский, я внизу вам оставлю ссылку на официальный сайт этого магазина. А для тех, кто его не знает, как и я постараюсь прикрепить ссылку на Google карты с местоположением этого магазина. Но если сказать на словах, то он находится совсем недалеко от того вокзала, куда приезжает поезд Allegro из Санкт-Петербурга. И этот магазин, он находится напротив основного Стокмана. И еще внизу этого книжного есть Starbucks, так что я надеюсь, что если вы туда поедете, вы не ошибетесь и не заплутаете. Далее вы увидите небольшие кусочки, которые я смогла заснять в этом магазине. Многое не снимала, потому что просто не могла оторвать взгляда и рук от книг. Настолько они были прекрасны и настолько мне хотелось все скупить. Так что наслаждайтесь просмотром и увидимся с вами чуть позже.
cinema. Action, thriller, I could watch you forever. You are my cinema. Сегодня это было все, и как обычно после такого тура по магазину я выражаю огромную надежду на то, что я смогла зарядить вас особой книжной атмосферой, потому что в каждом таком магазине, мне кажется, эта атмосфера особенная и не похожа на другие места. Также напишите, бывали ли вы когда-нибудь в этом магазине, или же вы его наоборот теперь планируете в будущем посетить, и я надеюсь, что это видео оказалось кому-то полезным. На этом я с вами прощаюсь и увидимся в следующем видео.